Привет всем! Сегодня у нас 13 июня, и хочу вам немножко показать нашу землянику. Вот такая вот уже пышная стала мелкоплодная земляника. Белоснежка, Алый Огонек, Барон Соленмахер. Вот кусты достигли такого же размера, как они были в конце прошлого сезона. Такая вот пышная зелень. Очень хорошо она цветет. И вот такие вот уже маленькие ягодки. Большое их количество. И вот такая вот красота. Конечно, мелкие ягоды тяжелее собирать, но зато их очень даже много, и она вот такая вот неприхотливая, растет очень хорошо, и в этом году цветет прям замечательно. И вторая грядка — это у нас клубника иришка. Кустик в прошлом году вообще не цвел, но в этом году зацвел. Такие вот цветоносы. И вся грядка. В принципе, что-то еще цветет. Но ягод, не знаю, какие они будут, крупные, не крупные, но их очень много. Вот смотрите, сколько. И цветущие, и отцветшие. Здесь тоже вот такие вот все в ягодках. Ой, а здесь такая прям веточка, смотрите, какая красивая. И куст, тут он тоже в нем, в кусту. Много-много ягодок. Здесь тоже все цветет. Здесь вот ягодки, ягодки. И здесь тоже все в ягодах. Вот это у нас земляника. Искушение. Крепкие у нее такие цветоносы. И вот такие тоже ягодки здесь. В прошлом году много не вызревшей было. А в этом году вот такие хорошие цветоносы. Поэтому такая вот земляничная грядка. Здесь вот на краю растет клубника, земляника садовая, Женева. Сейчас покажу поближе ее ягоды. Очень они напоминают цветы. Вот такая вот красота. Натуральные цветы. Лист вот именно у Женевы, он очень хорошо заметен, то есть отличается от всех остальных. Такой вот у нее лист. У искушения тоже совсем другой, вот видите, лист такой вот, более пышный. И иришка. Такая вот иришка. Но она немножко пересортится была в прошлом году, поэтому у нее все-таки разные кусты. И в прошлом году вместе с иришкой, сеяли которую, нам попался один кустик розовой мечты. Довольно у него обильное цветение, и ягод много должно быть. Такие вот цветоносы. Ну, пока еще ягодки мелкие, потому что холодно было, они не успели просто завязаться. Ночами 0, плюс 2 всего, всю неделю холодно. Вот этот кустик у нас всегда участвует в съемках. У него особо крупные ягоды, и усов практически нет. Вот такие вот они. Они сначала мелковатые все, но потом будут очень крупными. Такая вот красотень. И вот здесь вот такой кустик. Может быть, ягода, конечно, будет мелкая, не очень крупная, но вот ее прям очень много. Весь он в цветоносах. И грядки с прошлогодних усов. Вот такие вот уже хорошие кустики.
И вот такие вот завязываются на некоторых кустиках довольно крупные ягоды. Этот кустик тоже довольно так обильно цветет и завязывает вкусную землянику. Здесь, конечно, смесь. То есть все сорта, которые у нас есть, они здесь и сидят. Но по листу можно различить вот это вот, скорее всего, или вкус детства, или алый огонек. Там дальше идет иришка. Это тоже куст иришки. В общем, по листу можно различать. Этот куст очень красивый, тоже такой вот. Скорее всего, вот это сладкоежка. Крепкие вот такие вот цветоносы. И вот такие вот симпатичные ягоды. И здесь вот тоже такие вот. Это тоже как-то цветами какими-то. Ягоды цветут. Ну, в общем, все равно довольно-таки она урожайная. И очень симпатично смотрится на грядках. Еще пока ничем не подкармливали, кроме биогумуса. Разводили биогумусы, проливали, ну, в общем, поливали им нашу землянику. Листва, конечно, в этом году прям такая зеленая-зеленая. Очень пышно на грядках. И земляника из рассады. Вот такая вот она сейчас. Некоторая цветет. На краешке вот здесь растет земляника «Розовая мечта», которую покупали. Но цветет она таким вот, ну, как бы обычным белым цветом. То есть не такие цветы, как на упаковке. Посмотрим, какие будут ягоды. Может, это тоже какой-то очень хороший сорт или гибрид. И остальная в целом вот такая вот земляника. Кустики так подросли. Уже хоть немножко они распушились. Эти прям вообще хорошие. Это большинство из своих семян. От клубники и ришки. И вот там тоже есть такие вот ягодки лежат. А семена собирали вот с того самого красивого урожайного куста, который у нас, ягоды от которого у нас даже на заставке канала. В общем, такой вот. Посмотрим. Говорят, нельзя собирать семена, что пересорт и так далее. Но вот сейчас по внешнему виду этого не кажется, что пересорта здесь даже, в общем, вообще, наверное, нету. Потому что кусты все одинаковые, листва у всех одинаковая. Усов практически вообще нет. Наверное, несколько было, обрывали, а так вот именно из своих семян кусты. Ну, такие приятные, очень хорошие, кстати. Земляника от Садов России, которую выписывали Альба Азия и Кимберли, тоже отошли. Такие вот уже симпатичные кустики стали. Здесь у нас 4 кустика Сашеньки. Такие вот. Нет, вот эти вот. Вот это вот 4 кустика Сашеньки. Один вот эти уже с усами, другой без усов, третий какой-то совсем маленький и четвертый. Ну, такие вот кусты. Дальше идет земляника Настенька. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вот этих кустиков. Это у нас Настенька. Здесь 4 кустика вот этих вот у нас фреска. Дальше идем 4 кустика королевы Елизаветы. Здесь, наверное, здесь 2 сажены вместе.
Вот здесь вот три кустика любаши, дальше 6 кустов сладкоежки, и вот здесь вот тоже еще 4 кустика любаши. Огромного, конечно, урожая вот именно с этой земляники в этом году не будет, но на следующий год перезимует она, и тогда уже она покажет себя во всей красе. Хотя вот с этих кустов, может быть, и в этом году будет хороший урожай, потому что они уже такие вот довольно-таки большие. Там тоже из усов, и из рассады земляника. В общем, на следующий год вот эти же две грядки будут такие же, как и вон те, которые сеяли и садили в прошлом году. Поэтому семян очень хорошо выращивать землянику. Усы можно в этом году оставлять только от самых хороших кустов. Соответственно, все плохие кусты, если они будут, их можно вывести. Вот здесь один куст удаляли, выкопали его, и вот посадили новый. Поэтому даже с такого черного кровного материала хорошо выкапывается, и совершенно спокойно можно другой куст какой-то заменить. Поэтому хорошо выращивать на укровном, на вот этом, на черном. Никакой прополки. Конечно, трава немножко лезет где-то, но ее можно вырвать, и затем уже кусты, они вот вырастают. Зелень большущая, огромная. Никакая трава там уже нигде не пролезет. И все, что даже если прорастет там под укровным, под этим, оно благополучно, ну, в общем, исчезнет, не будет ничего там. Солнечного света вообще здесь не поступает. А ягода будет чистая и удобно ее собирать. Вот такие вот земляничные грядки. Вот от Женевы уже пошел ус. Очень она усатая. Ну, если ягоды в этом году понравятся, то можно смело ее размножать. Зимует хорошо. Вот такой вот симпатичный у нее лист. Это ус прошлогодний. Поэтому экспериментируйте, выращивайте такую вот землянику.